На конкурс «Дети читают стихи» Жиделева Александра, ученица 10 класса средней общеобразовательной школы номер 22 города Междуреченска, баллады о пианисте Евгении Евтушенко. Когда его били фашисты в концлагерь и ухмылялись «попался», он прятал одно, свои руки костлявые, только бы не попасть. Потом его вызвал к себе вертухай, фашистик розовый, чистый. Дадим инструменты, начальство, сыграй. Он процедил, разучился. Он выступал с лопатой в руках. В изысканном обществе мусора. Но в пальцах его в 10 тайниках пряталась музыка. Музыка. И лишь прорезался сквозь углу лунный крамольный краешек. Углем он грубо чертил на полу клавиши, клавиши, клавиши. В ком-то урчала гнилая фасоль. Кто-то вышептывал имя зазнобы. От неструганных фа и соль в пальцы вонзались занозы. И он играл до рассвета, как мог. Срывался, мучился, пробовал. Хоть получить он только и мог букет из колючей проводки. И он, возвратившись, не пил, не рыдал, ведь как сплошной оттуда. Он от холстины протрекший рояль, словно ребенка окутан. И старец со склепками в бороде владыка консерватории, прослушав, спросила задачина, где вы так хорошо подготовились? Игра пианист. Отплывает барак ковчег новой музыки Ноев. Но криком крича подступает сквозь фраг невидимый лагерный номер.